Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, и сегодня мы поиграем в игрушечку Don't Star. Как я и обещал, полностью переделал мир. И я полностью нашел другой мир. Установил русификатор, ребята. Теперь у нас все красиво, все легально. Так, пошла вон. Сделал фермы, посадил растения. Смотрите, какой у нас мир. То есть, что у нас где есть. Я давненько, честно сказать, не играл. Поэтому немножечко подзабыл, что где здесь и куда. Но, во-первых, нам надо с вами очень много еды для того, чтобы выжить зимой. Зима у нас будет на 21 день. На 21 день у нас будет зима. Поэтому, я думаю, нам нужно сделать кроликов. Наловить. И, естественно, то есть наловим с вами кроликов и будем неплохо жить зимой. Ну, это я так думаю. Там хрен его знает, как это на самом деле будет. Так, палки, дерево, у нас есть морковка. Еще в комментариях или где-то я вычитал, что лучше всего морковку пока не собирать, потому что... Она зимой, можно ее, точнее, собрать зимой, и это будет очень круто. Потому что есть зимой совершенно нечего. И нам нужно будет... Так, каменные блоки, папирус, это нам не нужно. Нам нужно будет сделать уголь для того, чтобы сделать сушилку для мяса. Так, где мы ее найдем? Где мы ее найдем? Не могу найти. Ладно, в любом случае нам надо будет сделать уголь. И нам надо будет найти побольше какашек. Побольше какашек, зачем нам это нужно? Сейчас я вам это все объясню, все расскажу. Что такое какашки? Пошел, родной, пошел. Опа. Давай. Заходь. Опч, есть. Все. Кроль есть. Ну и вот так вот мы немножечко сейчас с вами кролей половим. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какой я неграмотный. Не надо было так делать. Так, стоп-эйс, друг. Давай, пошел. Есть контакт. Вот так вот мы с вами сейчас немножечко половим кролей. Потом мы с вами сделаем сушилки. И будем сушить наших кролей, мясо кролячье. Вообще их можно хранить так, чтобы как бы не портилось мясо сушеное, но... Я, естественно, пока что этого делать так... Хотя, может быть, и буду, если я нарублю достаточное количество дерева, чтобы наделать сундуков. Еще я очень знаю много нюансов по поводу того, что и молния может спалить дом. И вообще, все что угодно, любой катаклизм может случиться интересный. И может быть просто пожары, он просто то есть спалит весь ваш дом. Игрушка, конечно, жесткая, она, то есть... Как сказать, лютит. Вы начинаете понимать, что все печально. Все очень печально. Еще хотя бы можно поделать этот. С пчелами повоевать, поделать мед. Но этот, я вот правда вот насчет этого сильно не знаю. Насчет пчелы, насчет меда. В каком смысле не знаю? В том плане, что мед это такая хрень. С пчелами там надо побегать будет, позаморачиваться. Но мед это очень круто. Вот можно вот сделать. Надо 4 пчелы плюс соту, ну это то есть надо разбить. И вот видите, нам, чтобы сделать сушилку, нужен древесный уголь. Древесный уголь, я думаю, все знают, как добывается. Он добывается путем поджога дерева. То есть тут как бы все просто. А у меня была лопата, оказывается. Ну, сори, чё. Сори. Давайте, наверное, вот спалим вот этот небольшой участочек. Как вандалы. У меня где-то факел был, но я что-то не могу его найти, ребят. Ну ладно, нету так нету. Сделаем еще один. Проблема, что ли, такая. Сделать нам факел. Все, запаливаем. Запаливаем. Ой-ой-ой-ой, могут сгореть ростки. Время к ночи. Ну понятно, время к ночи. Давайте вот это вот мы тоже все спалим. В принципе, там надо 6 угля, по-моему, нам. Поэтому... Мы тоже вот это все спалим. Вот эти деревья.
Проблема в том, что может прийти энт и сказать: родной, ты походу охренел, ты вот занимаешься вот этой вот ерундой, палишь деревья и дать езды вам. Но я надеюсь, такого не будет. Прям очень надеюсь, что такого не будет. Так, а сколько нам там нужно? Ага, нам некуда ложить, да? Угу. Ну, пока мы сделаем так. Потому что уголь нам нужен. Так, сушилка, надо 2 угля. Ну тут вообще, ребят, темно, ни хрена не видать, хоть глаза выколи. Деревья мы будем высаживать. Ой, не так я хотел высаживать. Деревья, естественно, мы высадим. Почему? Потому что это в наших интересах. Так, осмотреть ель. Получай, природа. Не знаю, с чем это связано, но выкопаем. Мы немножечко вниз спустились. Вай-вай-вай-вай-вай. Ветки, кстати, тоже можно копать, но их нужно удобрять. Их нужно удобрять, ветки, говном, и тогда будет все нормально. То есть вы можете потом собирать эти ветки с этих веток. Нет, с этих кустов собирать ветки. Вот неправильно выражаюсь. Если вы их не удобрите, естественно, с них ничего расти не будет. А вот траву можно, по-моему, пересаживать. Или наоборот, я ошибаюсь. Или наоборот, ветки можно пересаживать, ветки будут и так расти. Ну, давайте, по крайней мере, будем повыкапываем. Я посажу их возле своего дома, потому что ветки нужны всегда. Ветки, трава — это такой ресурс, который нужен всегда в этой игре. И его надо восполнять. Ветки, по-моему, по 10 стакаются, если мне не изменяет память. Поэтому копаем. С голодом у нас небольшие проблемы. У нас он ползет, паук. Кстати, тут у нас маленький кокон. Я думаю, надо подождать, он немножко подрастет, а потом уже нарваться на кокона. Так. Включаем факел. И бежим домой. Мы тут недалеко, кстати, отбежали, поэтому нормально. Бежим домой. И там уже мы непосредственно что-то сделаем. Кстати, на зиму нам надо запастись дерном. Надо накопать много дерна, чтобы зимой мы могли греться. Вот это тоже надо будет сделать, потому что если мы этого не сделаем, то мы замерзнем к чертям собачьим. Полить дерево ночью, точнее зимой, для того, чтобы согреться или еще что-то. Ну, это надо быть немножечко не дальновидным человеком, скажем так, в очень мягкой форме, потому что дерево нужно всегда на сундуки, еще на что-то. Травяную броню нет, вот деревянную броню бы надо сделать. Так, вот нам нужна веревка. Нам нужна веревка, удочка. Классно, мы все-таки пережили ночь. И у нас выросла кукуруза. Мы ее забираем. Положим ее в сундук. И у нас выросла морковка, по-моему, одна. Ее мы тоже сейчас заберем. Угу. И так как у нас нету дерна, пока мы распалим так и пожарим морковочку нашу. И, естественно, мы закинем, покушаем. Ну, потому что кушать надо всегда. А у нас, кстати, рассудок. Рассудок у нас пока нормально. На нормальном уровне, так сказать. Еще небольшой лайфхак. Вот когда вот морковка уже практически испортилась. Ну, то есть, да, вот вы видели, что вот она уже была на грани. На грани того, чтобы ее выкинуть. Светильник Джека можно сделать, фонарь можно сделать. То можно ее вот так вот пожарить, и то есть будет нормально. Она еще проживет чуть-чуть. Так, вилы, да, вилы. Я пока хочу сделать еще сундук. Для этого давайте сделаем доски. 2, 3. 3 доски. И нам надо, кстати, сделать веревку. А веревка нам нужна для того, чтобы сделать сушилку. Сушилки, где мы их расставим? Сушилки, думаю, расставим аж вот здесь. Вот так, чик, одну. А мы ее одну сделали, да? Нам, по-моему, веревки хватило только на одну, если не ошибаюсь.
Там тут королевская лопата, роскошная кирка. Ну, это мы хиповать настолько мы пока что не будем. Казан сделать, думаю, стоит. Казан всегда нужен в хозяйстве. Ставить его далеко от костра тоже не нужно. Его нужно поставить где-то ну, думаю, вот это вот место как раз для казана. И сюда, естественно, можно загружать, и что-то уже будет интересное в казане. Мини-табличка нет. Вот теперь уже хотя бы ты начинаешь вот понимать, что вот все гуд. Все гуд. Так, королей давайте закинем сюда. Пусть они будут тут у нас. Так, что мы сделаем? Это надо, кстати, все ночью, по идее, делать. У нас, глядите, сколько здесь уликов. Но я это делаю все днем, потому что, как вот, не знаю, как идиот я какой-то. Давайте высадим вот эти вот растения. Вот, наверное, нет, подбери. И заодно проведем эксперимент. Высадим их вот здесь где-то. Будем их высаживать. Сделаем такую ферму неплохую. Так, наденем шляпу. По-моему, эта шляпа рассудок нам повышает. Так. Вот мы неплохо высадим. Эй, не хочет он там сажать, говнюка. Хитрый какой. Вот. И теперь мы будем, естественно, копать. Копать, копать. И копать, я имею в виду траву хотел сказать, а потом думаю, блин, вот траву, по-моему, надо удобрять. Берем лопату, выкапываемся. И нам надо еще с едой, нам надо еще еду накопить. Это то есть нам надо, во-первых, я еще приблизительно планирую сделать 4-5 сундуков. 4-5 сундуков, это то есть мне надо нарубить дерево. И, естественно, я еще планирую, ну, то есть эти 4-5 сундуков забить кролями. Кстати, кролей можно ловить и зимой. Ну, как бы я, по крайней мере, смотрел еще видосы в Ютубе, как бы чувак ловил кролей и зимой. Но вот не знаю, будут ли у меня кроли зимой, кто его знает. Может быть, у меня, он, правда, снимал хрен знает когда, 2 года назад это видео. Поэтому, может быть, обнова все уже поменяла и кроли зимой не ловятся. Вот это будет, конечно, печально и грустно. Потому что, сами понимаете, где мы будем брать еду зимой? Зимой у нас обычно еда из чего состоит? Зимой у нас состоит еда. Там вот если у вас что-то на огороде выросло, можно, естественно, непосредственно что-то, да, вот сделать. У, гляньте, как все полыхнуло. Я немножечко не ожидал, что прям так все полыхнет. Ну, ладно. Чему быть, тому не миновать. Зато мы соберем немножечко этого. Скажите мне, пожалуйста. Скажи мне, скажу и я тебе. Пепла. Угля. Угля и пепла. Всего по чуть-чуть. И надо еще насобирать бифоловских какашек. Это тоже нужная тема. Всегда нужно, особенно когда нужно удобрять. Так, думаю, надо сразу же посадить саженцы, чтобы их не таскать с собой. Хотя ими можно разжигать. Опа, жмур. Жмур. Осмотреть. Он хуже, чем я. Ну, естественно. Поднять факел. И еще можно поднять веревку. Отлично, 3 веревки, это, конечно, крутяк. Пока сумерки мы с вами сейчас можем. Опа! А я, кстати, не слышал музыку этих говнюков. Давайте пойдем их стравим с бифалами. Или мы их не стравим с бифалами. Я их, в принципе, могу и соло убить, но как-то я не хочу, потому что если они еще плюс завалят бифала, это будет для меня плюс хотя бы в том, что с бифала может выпасть рог, мех, то есть такое. И, кстати, возле бифала можно сделать костер и как бы их подстричь ночью. Но я об этом тоже сейчас как-то не подумал. Ой, куда я убежал, ё-моё. Я куда-то убежал, хрен знает куда. Не хочется с ними драться, вот по чесноку скажу, прям не хочется. Да, конечно, бежал я. Не, опасно. Опасно, опасно. На рассудок падать? Нет. На рассудок в шляпе не падает. Они за мной бегут или нет?
По-моему, не бегут. Ну, тогда пособираем еще ветки. И не только пособираем, давайте мы их выкопаем. Будем выкапывать ветки и подбирать их, чтобы было профитнее намного. Ой, да, сказал Герман и в итоге собрал. Там еще внизу ветка осталась, ну и хрен с ней, ладно. Так, так, ага, вот мы теперь идем оббегать ягоды. Вот ягоды нам надо будет еще и собрать, ягоды. Угу, сказал Герман, и в итоге все потухло. Все потухло. Ночью давайте мы пособираем. Вот как раз вот ночью пособираем, побегаем ягоды, чтобы был более-менее какой-то профит. Ту же траву пособираем, хотя не может он этого сделать. Нифига себе, что он мне рассказывает, фигню какую-то. Все ты можешь, ты просто ленишься, гад, не хочешь. Не хочешь. А трава нам нужна. Трава нужна в этой игре постоянно. Можно как раз обследовать местность. Ночи тут короткие. Сейчас пока что, потому что лето. И за ночь много что можно успеть. Ой, ночь короткая, точнее, успеть. За день можно много что успеть, потому что ночь короткая, а день длинный. То есть сумерки у нас начинаются позже. Это вот плюс. Все, убираем факел. И надо заняться ловлей кроликов. Надо будет заняться. Вот тут еще камни есть. Вот можно и камни пофигачить. Так, ну ладно, ребята, на этом, я думаю, мы закончим нашу с вами первую серию. А во второй серии мы уже с вами продолжим. И может быть я вне видео поиграю, потом поснимаю. А может быть начнем сразу же с этого места. Посмотрим. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами Герман. Пока-пока.